Ведущие терапевты страны расскажут якутским врачам о последних методах лечения различных заболеваний. Сегодня в Северо-Восточном федеральном университете стартовал второй съезд терапевтов Якутии. В нем участвуют признанные специалисты Якутска, Москвы, Новосибирска, а также Словении. Особое внимание они уделят наиболее распространенным болезням в республике, связанным с сердечно-сосудистыми патологиями, нефрологией и пищеварительной системы. В настоящее время мы четко ориентируемся на достижения не только отечественной, но и западной науки. И эти изменения, они происходят очень быстро. И поэтому врачу, который очень здорово занят, особенно на уровне поликлиники, да и в стационарах работа огромная, врачу нередко не хватает времени сориентироваться в современных требованиях и в современных возможностях. И вот съезд как раз врачу предоставляет такую возможность.